Уходи. Ты уйдешь сегодня. Убирайся. Прекрати, Терон, прекрати. Последняя молитва. Можно открою один, папа? Конечно, Лив, у тебя день рождения, давай. Эй, кто такая мисс Уиллис? Это же твоя учительница, Лив. Мисс Тина? Точно, ее фамилия Уиллис. Она купила мне художественный набор, что я хотела. Тот, про который я говорила. Да. Здорово, детка. Оливия, можно нарисовать плакат про прогулки с собаками? Можно, помогу? Я хорошо рисую. Давай. Где эта доставка шариков? Лекс, они звонили? Кто? Дворец праздников, уже должны приехать. Класс. Пришли, пришли. С днем рождения, Оливия. Фейт. Тетя Пэт. Привет, именинница. Пэт, привет. Привет, Лекс. Привет, Уилл. Лексус. Патрисия. Привет, Дэвид. Как моя учительница? Блин, не говори про работу, у нас праздник, а не прием у психолога. Да, начнет говорить про публичные школы, конца этому не будет. Рад видеть тебя, Уилл. Я рад, бро. Детские молитвы перед сном? Мама выбрала. Купила мне такую, когда снились плохие сны. Молитвы для разных ситуаций. Когда тебе страшно, одиноко или грустно. Так здорово. Ты все прочитала? Не все. Некоторые я много раз перечитывала. Иногда мама мне читает. Дэвид, выглядишь не очень. Все хорошо? Алексис, ты заботишься о своем мужчине? Я умею заботиться о своем мужчине, ясно? А что это тогда за обвисшие мешки? Я просто не очень много сплю, и все. Да, много недель. Бессонница нехорошо, нельзя так дальше. Даже не говори. Нет. Это мальчик или девочка? Милашка. Похоже на мальчика. Что думаешь, Ханна? Да, и мне кажется, что мальчик. Как его зовут? Я назову его Генри. Генри. Генри? Нет, не Генри. Габриэл. Габриэл — хорошее имя. Идем, покажу своих кукол. Блин, не могу поверить. Чего? Жду эту доставку, шарики для праздника. Надо было выбрать дворец праздника. Мой друг Фрэнк владелец. Я его и выбрал. Ну тогда позвони туда, попроси Фрэнка. Назови мое имя, он все сделает. Так глупо. Дэвид! Коннор? Извините. Хотел поздравить крестницу с днем рождения. 100 лет, 100 зим. Да, надо увидеться. Веселяться там? Да, да. Не буду задерживать тебя. Да, я рад, что ты позвонил. Береги себя. Да. Девочки, вы что? Шарики привезли. Надеюсь, нам вернут деньги. Просто бери шарики, Дэвид. Сегодня день Лив, радуемся. А что с утренней доставкой? У нас сегодня утром 20 праздников. Да, а у меня один праздник, и я заказал экспресс-доставку. Вам нужны шарики или нет? Я хотел их 6 часов назад. Вечеринка почти кончилась. Простите, сэр, у меня было очень сложное утро. Прошу, не портите его сильнее. Мне просто нужна подпись. Что? Что? Все хорошо, Дэвид.
Мы позвоним вашему менеджеру. Хорошо, звоните. Эй, куда уставился-то? Это моя жена, дебил. Блин, такое неуважение, ты чё? Эй, эй, ты чего? Вали отсюда нафиг. Номер обслуживания на обороте. Эй, тебе помочь? Сказал же, вали! Дэвид! Отпусти меня, псих! Ты больной! Я копов вызову! Он испортит этот праздник. Праздник не испорчен. Детям же весело. Давай я помогу. Он просыпается посреди ночи, постоянно раздражается. Не знаю, что с ним. Я вижу, что он сам не свой. Он точно испортит праздник. Держи себя в руках, Лекс. Хочешь поговорить? Нет. Ладно. Я сам позвоню Фрэнку. Сейчас ему напишу. Но зачем ему нападать на человека сегодня? Зачем? Слушай, мы потом с этим разберемся. Знаешь, какое время сейчас? Время торта? Время торта. Время торта, девочки, идите сюда. Будем резать торт скорее. Идите. Отлично, зовите мальчиков. Дэвид, Уилл, идите сюда, споем «Happy Birthday». Давайте. Нравится, детка? Красота, мама. Хорошо. Все, поем. С днем рождения, тебя. С днем рождения, тебя. С днем рождения, дорогая Оливия. С днем рождения, тебя. Давай, дорогая, загадай желание. Давай желание. Лив, милая. Детка, ты что? Дэвид, Лив. Дэвид, неси ее. Звоните в скорую. Вызывай скорую. Лив. Милая. Все хорошо. Все хорошо. Почему так долго? Ну, ты знаешь, как это делается, детка. Уже почти полчаса прошло. Знаю. Судя по результатам КТ, у нас очень серьезная ситуация. В ткани ее мозга есть новообразование. И это объясняет, почему она потеряла сознание. Новообразование в смысле опухоль? Еще одна опухоль сейчас у нее в мозгу? Да. Рак мозга излечим? Его можно вылечить? Мы очень встревожены. Надо сделать биопсию как можно скорее. Вы хотите сказать, что лечение не помогло в прошлый раз? Нет, оно было успешным. Тот рак, что мы лечили до этого, он теперь в ремиссии. Но? Он вернулся совсем в другой области. И что нам теперь делать? Она не ест и теряет вес. Что делать? И она жалуется, что голова болит. Да, говорила, что видит точки. Это нехорошие признаки. Мы выпишем вам средства против головных болей. Придется это пройти еще раз, Дэвид. Мы считаем, что можно успешно вылечить это. И что нам делать? Назначим биопсию. Подождите. А какие альтернативы у нас есть? Не знаю, хочу ли я снова подвергать ее такому. Сделаем биопсию и поймем, с чем имеем дело. Это кошмар. Мы не можем заставить ее проходить такое. Только не второй раз, Дэвид, скажи ей.
Пусть врачи делают свою работу. Хорошо? Мы готовы на все, чтобы спасти дочку. Я понимаю вашу тревогу, Алексис. Могу направить вас к врачу-специалисту в лечении редких видов рака. Лечение экспериментальное, но результаты замечательные. Но никаких обещаний. Может, будет комфортнее пойти в этом направлении, но я бы не стала это выбирать. Я попрошу Рене принести информацию. Хорошо, спасибо. Все равно надо назначить биопсию. А пока что пытайтесь, чтобы она жила максимально привычной жизнью. Спасибо, доктор. Мне очень жаль, что так случилось. Она такая хорошая девочка. Страшно, Дэвид. Думаешь, мне нет? Я не хочу снова подвергать ее химии. Она в первый раз ее уничтожила. Помнишь, как долго она восстанавливалась потом? Побочки просто ужасные. Да, но помогло же. Мы же не будем сидеть и ничего не делать. Я не сказала ничего не делать. Я хочу рассмотреть альтернативную медицину. Я даже слышать это сейчас не могу. Лив, нужна серьезная медицинская помощь. Просто неясно мыслишь. Слушай, я не пытаюсь спорить с тобой. Я просто говорю, что я думаю. Что бы ни надо было, Лив, я это сделаю. Ты сделаешь, да? Сделаешь все сам? Это не ты был с ней, когда ее рвало посреди ночи, или когда она падала в ванной? Тебе обязательно переводить все на тебя и на меня? Господи, с тобой сейчас так тяжело говорить. У меня такой же стресс сейчас, как и у тебя. Обратно на место. Обратно на место. Блин, сколько им говорить убирать за собой игрушки. Смотри, куда прешь. Сам смотри. И не копайся в моем мусоре. Ну, конечно. Обязательно. Не подходи к моему двору. Mm-hmm.
Everybody's watching, and I know they're waiting. The pressure's hard for me to take. I work too hard for me to break. Sometimes I get fed up, and I won't give up. But I keep on walking in the light, 'cause I know that everything will be alright. Some days we don't know if we come to the dark side. If we keep pressing on, you know we're gonna see the light. Some days we don't know how we're gonna make it through the hard times. But if we keep pressing on, everything will be alright. What if I stumble? What if I fall? Would you come? Выглядишь отвратительно. До сих пор не спишь? Чем могу помочь, Тайлер? Что у нас с ситуацией Рида? Мы ждем, когда пришлют контракт по факсу. Хорошо, это важно, не запари. Что? Дэвид, дело важно, это нам нужно. Я когда-то порвал сделку? За все годы работы здесь я хоть раз портал сделку? Или терял клиента? Эй, полегче. Я всегда думал, что мой папа ошибся, наняв тебя. Но в последнее время я видел твои результаты и... Я начинаю видеть свет. Ты не обработанный бриллиант, и эта сделка спасет компанию. Просто хочу точно знать, что все пройдет как нужно. Я знаю, как делать свою работу, Тайлер. Твой отец поэтому и взял меня. Не забудь оформить доставку в электронном виде. Я умею это делать. Я не сказал, что ты не умеешь. Но месяц назад ты неверно ввел данные. Если бы я не увидел, мы бы потеряли много денег. Ты поменял данные и не сообщил нам об этом. Это могло стоить нам компании. Можем заниматься этим весь день, но я занят. Главное, добавь всю инфу на этот раз. Привет, Лекс. Привет, привет. Рада тебя видеть. И я. Обожаю это место. Что заказала? Как обычно, белая мокка. Ну, как дела? Дела просто ужасные. Не знаю, я больше не могу ругаться с Дэвидом из-за всего. Мы не можем ни о чем договориться. Это тяжело для всех вас. Нужно помнить про это. Дэвид справляется с этим иначе, чем ты. Но я знаю, ему точно так же больно. Это как дежавю. Капучино? Спасибо. Даже представить не могу, что вы переживаете. Но ты знай, я рядом. Она этого не заслужила. Дочка моей коллеги пережила такое в прошлом году. И они нашли эту чудесную программу «Ангельские крылья». Я взяла тебе анкету. Ты просто посмотри. Так сложно принять диагноз Оливии, не говоря уже об ужасном настроении Дэвида в последнее время. Я сыта этим по горло. Достала, я больше не могу так, Пэт. Бог — твоя сила. Он твой щит. Ты должна довериться ему. Я не получаю никакой эмоциональной поддержки. И что же мне делать? Ты знаешь, что надо делать, Лекс? Уйти? Нет. Ну тогда что? Потому что я правда не знаю. Это такой период. Он пройдет. Увидишь. Надо держаться, Лекс. Тебе разве никуда не надо? Да. Помолишься со мной перед уходом? Да. Тебе надо лечь и попробовать поспать. Я не могу спать. Врач сегодня звонила?
Да, записалась на прием на следующий вторник. Возьмешь отгул? Конечно. Ты пойдешь с нами? Да, я приду. Она ослабеет, Дэвид. Знаю. Все снова возвращается ко мне, будто это было вчера. Все эти походы в больницу и лекарства. Невыносима мысль, что Оливии придется снова через это пройти. Знаю. Она уже так много пережила. Я тут звонила насчет альтернативного лекарства. Звучит невероятно, Дэвид, понимаешь? Доктор была права. Результаты просто восхитительные. Да, это очень дорого, но я думаю, что мы... Я пока совсем не знаю на этот счет. Думаю, надо позволить врачам делать их работу. Хотя бы просто посмотри материалы. Это может избавить Лив от стольких побочных эффектов. Ты говоришь про эти натуральные способы лечения и препараты из трав и все такое. Сейчас просто не время для экспериментов. Слышишь? Надо позволить врачам делать их работу. Вот, блин. О, черт! Эй, покажи. Что будешь делать с тем, что ты не спишь, Дэвид? Уилл тебе уже звонил? Да, звонил. Звонил, да. Да, я. И? Ну, он рассказал про какую-то там группу, назвал ее группой жизни, вроде. Мне просто неинтересно. Да, я тебе уже говорила об этом. Пэт приглашала меня в свою, мне понравилось. Детка, мне просто неинтересно сидеть с группой чуваков, я не знаю. Ты знаешь Уилла. Ну, я позвоню Уиллу и попрошу посмотреть игру в субботу. Я просто считаю, тебе будет полезно поговорить с Уиллом. Понимаешь, я волнуюсь за тебя. Все будет хорошо. Ладно, но тогда я волнуюсь насчет нас. Ты же должен видеть, что это делает с нами. Детка, просто сейчас не время. А когда будет время? Ты не спишь, постоянно раздражен и становится только хуже. Ты снова начал пить, и мы вообще не общаемся. И что мне надо делать? Ну что мне делать? Я делаю все, что могу. Я даже в твою церковь хожу. Хочу, чтобы ты поговорил с кем-то про твой гнев. Теперь отправляешь меня к психиатру. Да, начинается. Ты постоянно держишь чувства в себе. И они копятся и копятся. И будет взрыв. Это было только раз. Нет, это постоянно происходит. Дэвид, что бы ты там ни переживал, я рядом с тобой. Хочешь, чтобы я ходил в ту группу? Ладно. Я перезвоню Уиллу. Я просто хочу, чтобы ты попробовал. Ради меня. Ради тебя. Ради нас. Ради нас. Ладно. Теперь наблюдай. Угловой. Блин. Да я всю ночь так могу. Да, круто. Дэвид Медфорд. Я ждал, что ты придешь. Играешь в пул? Чуток. Привет, парни. Привет, Брайан. Как дела? Все хорошо, брат. Это Дэвид. Привет, Брайан.
Да иди сюда. Эй, у вас тут не принято руки жать, нет? Нет, мы так делаем. Это полезно, полезно для души. О, да, хорошо. Ты уже запомнил стих? Пока нет. А ты? Спеши слушать. Времени с тем, чтобы говорить и гневаться. Твой гнев не приведет к хорошему в глазах Господа. Ну ничего себе, Уилл, ты просто молоток. Отлично. Да, целую неделю учил. К следующему разу я выучу. Ладно, ладно. Вот черт. Давай, Уилл, ты бьешь. Дэвид, Фред Маркс, привет. Не обнимаешься? Не, бро. Ладно, приветствую, Дэвид. Да, спасибо. Выпьешь? Давай. Привет, что вам принести, ребят? Можно мне колу? Что-нибудь темное и не разбавленное. Неважно что. Ладно, сейчас принесу. Отлично, ребята. Вы всегда так встречаетесь? Иногда боулинг, иногда гоняем на тачках. Разнообразим. Я представлял что-то совсем другое. Например? Старые ворчуны сидят за столом с большой Библией, со стаканами, типа того. Очень смешно. Но тебя нельзя винить, да. Я бывал в таких группах. Пожалуйста. Нет, тут мы расслабляемся. Просто безумные ребята вместе живем жизнь. Что у тебя с рукой? Просто порезался. Зашивали? Да, парочка швов. Пустяки. Эй, старина. Вам с Алексис тяжело, что Оливия болеет. Но вы знаете, что я молюсь за вас всех. Мы пытаемся все это переварить. Мы пытаемся это все переварить. Просто безумие, понимаешь? Да. Моя дочь. Она переживает нечто подобное. Это просто... Я бы сделал все, чтобы быть на ее месте, понимаешь? Конечно, понимаю. Бро, я так сочувствую, что с ней такое. Скажи, если мы хоть как-то можем помочь. Спасибо. Нет, я серьезно. Если хоть как-то можем помочь. Да, спасибо. И давно у вас такие встречи? Как часто вы встречаетесь с ребятами? Уже третий год пошел. Моя главная цель в группе, чтобы парни были парнями. Никакого осуждения. Изучаем Библию, стараемся жить по ее законам. Я часто ходил в церковь в детстве, но ничего такого у нас не было. Самый большой плюс группы — поддержка. Правда? Да. Поддерживаем друг друга. Помогает. И все это делают? Да, и выбор каждого — расти или оставаться на месте. Завтрак готов. Ты вчера кормила Габриэла? Да, кормила. Иди поешь. Он кажется голодным. Сколько ты ему дала? Иди уже поешь свой завтрак. Что у нас? Овсянка. Фу. Давай, маленькая, тебе надо есть. Ненавижу овсянку. Что? С каких это пор? Ты же любишь овсянку, о чем ты? У нее вообще нет вкуса. Ну, давай добавим в нее клубнику. Доброе утро, мои красавицы. Привет. Привет, пап. Мне сегодня получше. Лив, так здорово, рад это слышать. Привет, детка. Привет. Эй, папочка, скажи Лив, что ей надо есть овсянку. Тебя она послушает. Лив, ешь овсянку. Я не хочу овсянку. А что хочешь?
Блины. Ну, сделаем блины. Значит, блинчики хорошо. Да. Малыш. Да. Нужно сегодня забрать новый препарат для Лив. Должен улучшить аппетит. Это хорошо. Малыш, она должна есть. Знаю. Она всегда ела, как птичка. Моя маленькая певчая птичка. Да, но теперь она ест еще меньше. Ну, дадим ей то, что она хочет, что она попросит. Хочу, чтобы моя малышка снова делала колесо. Показать мой рисунок для мамы? Да, конечно. Покажи. Лив. Ты в порядке? Я принесу сама. Нет, все хорошо. Я принесу. Ладно. Очень здорово, Лив. Ничего себе. Очень красиво. О, я вижу здесь твою маму. И? Это я и Габриэл. Понятно. Ну да. Нет, я вижу, вижу. Вижу. Тебе я еще рисую. Ясно, круто. Что у тебя с рукой? Это? Ну, подрался с тостером. Эй! Мне пора, люблю вас. Эй, люблю тебя. Так, мистер Рид, давайте заработаем эти деньги. Рид Констракшн, чем могу помочь? Мистера Рида, пожалуйста. Могу узнать, кто просит? Это Дэвид Мэтфорд, Изи Электроникс. Минутку, пожалуйста. Да. Дэвид, дружище. Мистер Рид, спасибо, что ответили. Я уезжаю из города, везу на этой неделе жену в Келлис Айленд. Но я решил, нужно поговорить с тобой перед дорогой. Отлично, тогда сразу к делу. Похоже, у нас есть все, что вы запрашивали. Цветной Pro 3370. 3 Print Pro 5000 и 5 Print Pro 2500. Эти 2500 это маленькие, да? Верно. Они печатают до 25 ISO черным. Встроенный Wi-Fi и интернет. Разрешение 600 на 600 точек на дюйм. Лучшие в линейке. Слушай, давай тогда 4 Print Pro 5000. 4. Супер, это можно. Отлично, то есть все есть в наличии сейчас, да? Да, доставка будет уже на следующей неделе. Нужен лишь заказ за покупку или чек по телефону. Супер, супер. Дэвид, ты отличный продавец. Мне в команде нужен такой лидер, как ты. Как уговорить? Ну, я уже довольно давно в этой компании. Они хорошо ко мне относятся. Хорошо относятся. Тебе нужно подумать над расширением горизонтов. Твоя компания — это мелкая рыбешка в большом пруду. Ну ладно, не буду тебя травить. Просто пришли мне все детали по факсу или электронной почте. Сделаю сегодня днем. И хорошей поездки. Спасибо, до скорого. Хорошо, до скорого. Да! Спасибо, Господи! Закрыл сделку? Пересылаю расценки сейчас. Он заказал еще 5000. Еще Print Pro 5000? Это огромная комиссия. Не запари. Как тебе помочь? Я перепишу договор и перешлю вместе с расценками. Я справлюсь. Сообщи, когда закончишь.
Тук-тук. Коннор. Привет, старик. Как поживаешь, брат? Привет. Хорошо, хорошо. Вот это да, какой классный у тебя кабинет. Что ты здесь делаешь-то? Были дела поблизости, я решил, что заскочу к тебе, узнаю, как дела. Say what's up. Ты еще в том же бизнесе? Знаешь меня. У меня бар открывается в Кливленде. Еще есть бизнес один в Колумбусе, ну знаешь, с партнерами. Partners, you know. You still wish... Ты еще с Шантель? Шантель. 5 лет уже как не видел ее. Years, что... Забрала ребенка, переехала в Феникс. Жаль, что так, старик. Вижу, ты еще жена, да. Да, старик, 10 лет. 10 лет? Ух ты, чувак. Мистер семейный человек, мистер директор. Продавец года Дэвид Ди Медфорд. Знаешь, твоя бабуля бы гордилась. Да, старик, она воспитала нас очень хорошо, правда. Да. Помнишь, как мы угнали машину и спрятали ее в гараже? Помню ли? Это худший поступок в моей жизни. Она все спрашивала, чья это машина? Я такой, моего дяди. Левые имена придумывал, да? Если бы она реально сообщила про нас копам, мы бы сидели на малолетке. Всю нашу молодость. Да. Да, это точно. Это был самый худший день в моей жизни. Меня сильнее никогда не били. Блин, как давно это было. Боже. Хорошие времена. Так ты доволен всем этим? Да, ну да. Нормально так, стабильно. Но ты реально доволен теми деньгами, что зарабатываешь? Да, старик, у нас все хорошо. Супер, я понял тебя, семейный человек. И в церковь тоже ходишь. А ты чё, следишь за мной? Чувак, у Алексис вся ваша жизнь в Фейсбуке. Ваши годовщины, свадьбы, дни рождения. Кстати, про дни рождения. Оливия классно свое отметила. Она просто огромная, большая девочка. Как она? Блин, знаешь, ей поставили рак мозга. Старикам мне. Мне так жаль, это ужасно. Да. Да, это тяжело. Одну секунду. Привет, Лекс. Привет, есть минутка? Да, что такое? Пэт упомянула про некоммерческую фирму, предлагающую гранты на лечение для детей. Как называется компания? Компания называется «Ангельские крылья». Надо будет подать заявку, но это покроет лечение, что я хочу для Лив. Слушай, я думал, мы будем действовать по плану врача, детка. Я такого не говорила. Ладно, поговорим, как я вернусь. Ладно, люблю тебя. И я тебя. Послушай, старик, если есть проблемы с деньгами, я могу помочь. Да нет, старик, все нормально. Просто надо разобраться с некоторыми вещами. В смысле... В смысле, чувак, если нужно, что? Счета медицинские, я готов помочь. Это не проблема. Нет, ты знаешь, я как раз подписываю самый крупный контракт в своей карьере. Так что думаю, что все будет хорошо, и мы справимся. Ну, старик, по твоему виду так не кажется. Я могу вам помочь, это правда не проблема, это же просто деньги. Да, да, да. Хорошо, хорошо, но мы сами. Ладно. Ладно, но все равно был рад тебя видеть. И я тебя тоже, брат. Ладно. Ладно, хорошо, хорошо. Что там по сделке, Дэвид? Ну, все хорошо. Но что происходит? Мы затягиваем пояса. Будем уменьшать обороты много в чем. Вообще, мне нужно, чтобы все продавцы сделали отчеты сегодня утром. Сегодня утром? Я могу сделать сегодня днем. Утром у меня очень много дел. Ну, предлагаю тебе сделать все, чтобы я получил отчет утром. Ты пытаешься уволить меня, Тайлер? Можно сделать, что я просил.
И как уменьшение оборотов повлияет на товарную линию? Не могу принять заказы на то, чего у нас не нет. Не буду ходить вокруг да около, у компании проблемы. Цифры очень низкие последние 7 месяцев. И это не станет сюрпризом, но... У нас сокращение. Сокращение? Спокойно, ты работу сохранишь. Но сотрудникам придется согласиться на сокращение зарплаты на 20%. 20%? И как мне на это жить? Пока не преодолеем сложности. Вернемся на прежний уровень за полгода-год. Ты хоть работу сохранишь. А что эта сделка, которой я занимаюсь? Да, когда закроешь ее, Дэвид? Тайлер, мне нужна эта комиссия. Я не могу потерять 20%. Я не могу поверить. Слушай, Дэвид, тяжелый период, все должны затянуть пояса и потерпеть. Ты меня слышишь, Дэвид? Да. Да. Надо затянуть пояса и потерпеть. Если ты хочешь выйти через эту дверь... Если считаешь, так тебе лучше, тогда вперед. Иначе давай стараться. Дэвид Мэтфорд из Electronics. Дэвид, это Даррен Рид из Рид Construction. Мистер Рид. Эй, я вовремя? Да, вовремя. Вы получили расценки? Чем могу помочь? Слушай, мы пойдем в другом направлении. Пересмотреть изначальное предложение? Нет, мы выбрали другую компанию. Мистер Рид, если я чем-то могу помочь, то... Дэвид, ты хороший продавец. Ты отличный продавец, и удачи, слышишь? Мистер Рид. Никто не говорит про рекламу. Да. Все учились, ходили в колледж. Все, да. Это правда, да. Давайте без рекламы. Это другой офис, там все иначе, да. Знаете, да? Колледж, ну да. Ну, понимаете? Я про это и говорил. Ладно, учим стихи. От Иакова, глава 1, стихи 19-20. Кто хочет рассказать? Спеши слушать, времени с тем, чтобы говорить и гневаться. Твой гнев не приведет к хорошему в глазах Господа. Отлично. Главное для следующего уровня запомнить стих и применять его. Я выучу через неделю. Хорошо. Хочет еще кто что добавить напоследок? Да, Уилл, помните, я рассказывал о диспетчере, с работы которого ничто не радует. На днях я спросил, могу ли я помолиться за него. И он спросил, зачем мне эта церковь? Я ответил, дело не в церкви. Суть в том, чтобы принять любовь Господа, не поддаваться грехам и следовать за Иисусом. Мы болтали о том, о сём, но, кажется, я его вдохновил. Аминь, бро. Спасибо. Спасибо, аминь. Я хочу признаться. На днях я снова вышел из себя с женой. Назвал ее на букву «С». Оу! Она сказала, что я жалкое подобие мужчины. И что я слабак. Я не сдержался. Ты вернулся и сделал все правильно? Последние 2 дня я сплю на диване в подвале. Сочувствую, брат. И это она не права. Она отнеслась ко мне неуважительно. Почему я всегда должен извиняться? Да. 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 Это грубо. Я кое-что тебе расскажу.
Послание к Ефесянам, глава 5, стих 25. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее». Я помню этот стих, Уилл. Но это сложно, чувак. Я должен думать о детях. Если честно, только поэтому я терплю. Не знаю, что я буду делать без детей. Ладно, ребят, продолжим. Стих из послания к Галатам, глава 1. Все хорошо, брат? Да, чувак, мне нужно немного подумать. Я купил ее на аукционе в Нью-Йорке. Я далек от искусства. Но Пэт любит ангелов. Ангелы тут, ангелы там. Почему ангелы? Пэт считает, они за нами присматривают. Все уши мне прожужжало, и когда я вижу картину, статуэтку или еще что, покупаю для нее. Помогает? Да, старик, помогает. Дэвид, знаю, ты через многое прошел, но знай, я за тебя молюсь. Мы с Пэт каждый вечер о вас вспоминаем. Я совсем запутался, брат. Держись, дружище. Сейчас ты нужен своей семье. Ты молишься? Это самое сложное в данный момент. Слишком тяжело. Это всегда тяжело. Но это все, что нам остается. Ты правда веришь, что ангелы присматривают за нами, Уилл? Да. Я помолюсь за тебя. Отче наш, всепрощающий и милосердный, я стою перед тобой, человек, чью жизнь ты изменил своей великой волей. И прошу того же для Дэвида. Яви ему свой лик, сотвори чудо в его жизни, исцели его дочь. Исцели Оливию, ты ведь можешь. Я молюсь, чтобы ты дал нам с Дэвидом сил. Помоги нам обуздать свой гнев. И веди наши семьи за собой со смирением и покорностью. Прошу тебя, Господи. Аминь. Я почувствовал это, друг. Можно один вопрос? Конечно. У тебя не бывало ощущения, что Бог не слышит? Он всегда слышит. Будь сильным, брат. Останешься посмотреть игру с нами?
Хорошо, останусь. Коннор? Дэвид, дружище. Привет, я видел, ты звонил. Да, как дела? Как жизнь? Как Оливия? Она борется, она упрямая. Да, понятно, в кого она. Если чем нужно помочь, только скажи. Алексис подумывает обратиться к нетрадиционной медицине. Сначала я был против, но, похоже, моя страховка изменится. Если нужны деньги, я помогу. Я пока еще не решил. Понятно, я люблю Оливию, она моя кровь и плоть. Скажи, если что потребуется. Парень, пора бросать эту работу. Приходи ко мне, поднимем реальных деньжат. И не пасть о деньгах. Серьезно, Дэвид, тебя еще уважают на улицах. Помогу вернуться. Нет, бро, меня это не интересует. Да, видел я твой кабинет. И знаю, на чем ты ездишь. Слушай, я с тех пор изменился, понимаешь? Ладно, но подумай об этом. Ради семьи. Мне пора бежать. Ага. 100. Привет. Привет. Как все прошло? Хорошо. Было здорово. Да? Да. Рада за тебя. Приходили Пэт с Моникой. И я забыла про рецепт Лив. Заберешь? Да. Все хорошо? Милая, мне урезали часы. Что? Почему? Цифры падают. Многих сократили. Остальным урезали зарплату. У компании проблемы. Не знаю, сколько еще проработаю. Почему именно сейчас? Да уж. Пэт организовала сбор среди других женщин в группе. И нам дали почти 300. Сбор? Милая, что ты им сказала? Ты же знаешь, как я отношусь к разглашению личных проблем. Патрисия старалась ради нас. Для Патрисии я не способен позаботиться о семье? Ты так думаешь, да? Дэвид, ты себя слышишь? Ты же не серьезно? Нет, я серьезно. Я распечатала заявление в «Ангельские крылья». Давай заполним. Дорогой, это тревожный звоночек. Мы должны молиться. Почему все это происходит именно сейчас, а? Ты не слышал меня, Дэвид? Может, Бог хочет привлечь твое внимание?
Милая, я молился. Чего еще ты от меня хочешь? Если Богу не все равно, если ему не плевать на Лив, нам просто нужны деньги. Деньги не решат всех проблем. Нет. Может и так, но это хоть что-то. Милая, я стараюсь. Прости меня, ладно? Мам, я замерзла. Хорошо, милая, пойдем, я тебя накормлю. Как дела, малышка? Все хорошо. Папочка? Да. Ты отдашь меня в дом престарелых? Лив, ты слишком юна для дома престарелых. Почему ты спрашиваешь? Фейв сказала, когда у ее бабушки нашли рак, им пришлось отдать ее в дом престарелых. О, нет, Лив. Не волнуйся об этом. Я и не волнуюсь. А знаешь почему? Скажи. Тетя Пэт написала в моей книге. Какой книге? Книги молитв для детей. Она подарила мне ее на день рождения. И что она написала? Посмотри на обороте. Хорошо. Тут написано, потому что ты создал Господа, который есть прибежище мое, сделав Всевышнего обителью своей. Пусть не постигнет тебя никакое зло, и никакая язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо он велит ангелам своим заботиться о тебе и охранять на всем протяжении пути. Псалом 91, стих 9 и 10. С любовью, тетя Пэт. Мне нравятся эти молитвы. Правда? Да. Они короткие, как вот это. Вот здесь. Молитва о мудрости. Можно прочитать? О, Лив, нужно спать, но... Ладно. Молитва о мудрости. Мудростью в дни сомнений надели меня, столь нужны во всех делах. Озари своим светом путь мой, и помоги нам прожить этот день. Очисти наш разум, чтобы ясен он стал, чтобы услышали мы истинный голос твой. Хорошая молитва. Говорила же, они короткие. Прочитаю еще одну. Лив. Хорошо. Ангелы повсюду. Когда тьма опускается на тоскливую ночь, ветер стучится в мое окно. Я уверена, даже в эту минуту ангелы окружают нас. Когда страх одиночества обуревает и сердце начинает болеть, я спокойна, ведь я знаю, что в эту минуту ангелы окружают нас. Это любовь. Твоя любовь помогает мне, как ничто другое. Ты мое убежище, и я знаю, твои ангелы повсюду. Видишь? Похоже на то, что написала тетя Пэт. Мне нравится эта молитва. Я в это верю. Ты веришь, что ангелы присматривают за нами? Да. Тогда ты права, милая. А теперь ангелы будут охранять твой сон. Подожди, я не прочитала мою любимую. Лив, тебе уже давно пора спать. Последняя молитва, папочка. Лив, тебе пора отдыхать. Пожалуйста, пап, последняя молитва. Хорошо, но только последняя. Ура! Прочитаешь? Хорошо, молитва о воле Божьей. Грандиозный замысел был задуман еще до сотворения мира. Каждая деталь была тщательно обдумана. И исполнение было идеальным. Пусть боль и слезы укрепляют мою веру, а сокрушение исцеляет. Я верую в Тебя, Господь, что на все воля Божья. Моя любимая молитва. Это и про ангелов. Да, эта последняя была хорошей. Мне понравилось. Папа, а смерть — это больно? Не всегда, милая. Как думаешь, сколько мне будет, когда я умру?
Как насчет 150 лет? Папочка. Что такое? Ты в порядке? Ну все, теперь пора отдыхать. Пора спать. Пора спать. Да, давай я тебя накрою. Нужно поспать. Оливия, люблю тебя. И я тебя люблю, пап. Споки. Спокойной ночи, Лив. Мне нужно что-то сделать. Нужно заполнить заявление на ангельские крылья. Подпиши в двух местах. Мне предложили помощь, я могу позвонить. Кто предложил? Ладно, я заполню, а ты подпишешь. Хорошо, я разберусь. Не забудь взять рецепт Лив, пока ходишь. Пусть позвонит моему адвокату. Больше она не получит ни пенни. Да плевать. После всего, что я ей дал, она так поступает. Да, и пусть наймет лучшего адвоката по карману. Я за него платить не буду. Пока. Настоящая красотка, правда? Подарок себе на 60-летие. Да, неплохая. Залезай, зацени кожаные сиденья. Все нормально. Обещаю тебя не похищать. Садись. Get in. Ты же проверял ее. Get in. Залезай. Триста шесть лошадей. От 0 до 100 за 5,8 секунды. У красотки 19-дюймовые колеса. Моя радость и гордость. Да, классная машина. Какого года? Абсолютно новая, только купил. Подарок на день рождения. Слушай, ну тогда с днем рождения, с прошедшим. Ты щедр на подарки. Петр. Это ты к чему? Меня зовут Петр Попович, и... Спасибо за поздравление. О, не стоит. Думаешь, я не прав? Я лишь защищаю нажитое. Что, прости? Ну, разговор по телефону. Ты ведь слышал? Скоро моя жена станет бывшей. Она знает, на какие кнопки давить. Я теряю контроль. Нельзя не уважать человека и ждать, что он возьмет и на все согласится. Хочешь развестись? Вперед! Но не жди от меня ни копейки. Да, это тяжелая ситуация. Наконец-то кто-то меня понял. Спасибо. Зря я женился на ней. Говорила мне сестра, она слишком молода, ей нужны только деньги. Но я ничего не слышал. Она великолепна, а я всегда клевал на красивую мордашку. Надо было ее слушать. Да, она та еще штучка. Все знают, она всегда пыталась меня изменить. Каким образом? Как изменить? Как ей вздумается. Ешь это, не ешь это носи, это не носи. Она даже друзей мне пыталась подобрать. Я взрослый человек. Дэвид. Я взрослый человек, Дэвид, вдвое старше нее. Не пытайся изменить взрослого человека. Эй, это же не сердечный приступ, да? Дэвид, как мне не сойти с ума? Что мне сделать? Ударить в кирпичную стену или что? Ты поэтому ходишь с повязкой? Да нет, это... Забавно, что ты спросил. Я хожу в группу поддержки. Типа анонимных алкоголиков? Мы с женой начали ходить в церковь и на собрания. Алкоголики?
Да нет. Нет, но типа того. Помогает разобраться с мыслями. Увидеть вещи с другой стороны. Ты обрел Бога? Скорее, он нашел меня. Я еще не осознал до конца, но я благодарен. Рад за тебя, Дэвид. Эй, слушай, приятно было поболтать. Эй, погоди, Дэвид. Спасибо, что выслушал. Слушай, ты не против? Можно я за тебя помолюсь? Я не религиозен. Но я не стану возражать. Конечно, какого черта? Отче наш, я знаю, ты способен менять жизни. Ты изменил мою. Я был зол, и ты даровал мне терпение. Я был горд, и ты указал мне на грехи и необходимость в вере. Я знаю, ты можешь сделать то же для моего друга. Я молюсь, чтобы ты помог ему во имя Иисуса. Аминь. Спасибо. Спасибо, Дэвид. Побольше бы миру таких хороших парней, как ты. Ладно, мы поехали. Если что нужно, звоните. На обратном пути захватим пиццу. Деньги есть? Да. Ладно, мы пошли. Пока. У меня хорошая женщина. И у тебя тоже. Да, она меня терпит. Все так же не спишь? Ну да, почти. К врачу не обращался? Они хотят, чтобы я образцово спал. Но у меня нет на это времени. Ты должен разобраться с этим. Выглядишь не очень. А чувствую себя лучше. С тех пор, как начал посещать собрания. Пока слушаешь, как другие рассказывают о своей жизни, понимаешь, что проблема не только у тебя. И сразу легче. Поэтому мы и собираемся, это помогает. Как ты стал лидером? Да уж. Может, Пэт тебе рассказывала. Я отсидел 8 лет из 25-летнего срока. Через 5 лет после приговора в тюрьму пришел священник поговорить со мной. Он задавал вопросы о моей жизни и просто слушал. Потом он начал говорить мне, что у Бога на меня планы. Я ничего не слушал. Когда он уходил, то спрашивал, помолиться ли за меня. После 50-го раза я сказал «да». Этот момент изменил мою жизнь. А за что сидел? Покушение на убийство. Вооруженное ограбление. Гиблое дело. На 8-м году суд сжалился надо мной и сделал мне одолжение. Да, мне было 7 или 8. Или почти 8 лет. Дома был дубак. Никогда не забуду, каким холодным был деревянный пол. Моя мать только пришла с работы, как всегда уставшая.
Она получила зарплату. Собиралась потратить деньги на покупку туфель для нас с сестрой. Боже, она так устала. Зашла в дом, присела на диван и так и уснула в форме. Отец вернулся домой пьяный. Как всегда. Он надирался и поносил всех в доме. Всех. А потом бил нас. Даже без повода. Но в этот день он пришел пьяный и начал рыться у мамы в сумке, зная, что ей дали зарплату. Искал деньги, чтобы выпить еще. Мама проснулась и устроила ему взбучку. Начала кричать и проклинать его. Никогда не видел ее такой. Мы с сестрой делали уроки у себя в комнате. Я слышал, что мама кричит, но слов было не разобрать. Не знаю почему, но я спрятался в шкафу. И тут я услышал ее приближающиеся шаги. Мама зашла первой. Мама ругалась на него, кидая его вещи в урну. «Уходи сегодня же». Мой отец подошел сзади. Он кричал и орал: «Это мой дом!» Он схватил ее. «Зачем тебе моя сумка? Прекрати, Террен, не надо!» Мама кричала, чтобы он остановился. Я видел только ее ноги. Это было похоже на танец. Мама звала нас с сестрой. «Перестань! Дэвид, вызови полицию!» И, боже, внезапно, словно землетрясение случилось в доме. Я увидел, как мама упала на пол. А перед шкафом упал черный пистолет. Мамины глаза были открыты. Губы шевелились. Но я не мог разобрать, что она говорит. Отец продолжал орать на нее. Я дотянулся до оружия. Он был ближе, чем казалось. «Не смей трогать мою маму или Сейди!» Не знаю, куда и задел ли я его, но я видел, как он отступил. И выбежал из дома. Больше мы его не видели. Я до сих пор не знаю, жив он или мертв. Надо же. Мощно. Мама больше о нем не слышала. Она ничего не сказала, но знаю, она во всем винила меня. Не знаю, он был таким придурком, но она его не бросала. Она еще жива? Нет, друг. После мы переехали к бабушке. Я заработал себе репутацию на улицах. Народ говорил: «Вот тот чокнутый, способный убить собственного папашу». Кто знал, что все так сложится? Бог может изменить любого. Да. Да, вот так. Ладно, продолжим. Попробуй завести. Все, можно ехать. Отлично сработано. Где ты учился ремонту машин? О, мужик, мы разбирали тачки и собирали их снова, будучи подростками. Я знаю о машинах все. Просто так ничего не бывает.
Не знаю, какой в этом смысл. Мы были несносными пацанами. Ладно, сколько я должен? Не, ничего не нужно. Ты ковырялся с ней полтора часа. Не, слушай, не парься. Ты помогаешь мне привести мысли в порядок. Железо, железо, острит. Что это значит? Мы присматриваем друг за другом, делая друг друга сильнее. Железо, железо, острит. Okay. Хорошо. Слушаю. Коннор. Привет, дружище. Есть минутка? Всегда. Что такое? Мне придется принять твое предложение. Чувак, сколько нужно? Около 5. 5000? Но смотри только в долг. Я все верну. Не парься, дружище, я дам 10. Идет? Это фигня, все в порядке. Когда нужно? Поскорее, лучше всего на этой неделе. Понял. Тогда встретимся сегодня у моей девушки. Сегодня? Ладно. Слушай, слушай, только это в долг. Я верну, как смогу. Пока непонятки, с работой. Ты же знаешь. Не парься, чувак. Записывай адрес. Да уж, мужик. Спасибо. Ты... ты спасаешь жизни. Многие так говорят. До встречи, брат. Привет, дорогой. Привет. Я сегодня задержусь. Хорошо. Я договорилась о встрече. К Оливии будет приходить медсестра. Хотелось бы, чтобы ты тоже присутствовал. Во сколько? В 7:30. Слушай, я не знаю, получится ли, но я очень постараюсь. Как Оливия? Немного поела днем. Пока спит. Ты дала ей лекарство? Да. Ей тяжело прийти в себя. Она, наверное, спит. Милая, не переживай, все изменится. Окей. Да, надеюсь. Ладно, люблю тебя. Боже. Я в отчаянии. Ты знаешь, мне это нужно. Это ты? Дайте мне знак. Правила дома. В этом нет необходимости. Так-так. Эллисон? Давно не виделись. Да. Коннор здесь? Конечно же. Хорошо выглядишь. Почти не изменился. Кроме кольца. Привет, Дэйн. Расслабься. Как жизнь, Дэвид? Как дела? Спасибо, что пришел. О, вижу, ты уже познакомился. Ты знаком с Эллисон? А этот парень... Вот мы с ним бывало зажигали. Я скучал по тебе, чувак.
Для нас есть работенка. Вернешься в дело, будешь авторитетом. Мне это не интересно. Эллисон, там где-то для него был пакет, чтобы он мог идти. У них семейная драма, они нуждаются. Она как черепаха. Выпьешь? Нет. Ну, мне больше достанется. Эй, прикинь. Мы с Дэвидом были еще зелеными. Лет по 12-13. И наш учитель, мистер Робинсон, вроде. Мистер Робинсон обучал нас боксу. Он думал, что он мой боец, понимаешь? Да, точно. Неплохие бабки делали. Держи, Дэвид. Эй, это не дешево. А зачем ключи? Вас с Дэвидом ждет небольшое приключение. Блин, как знал, что не стоит приходить. Друг, это не то, что ты думаешь. Ты с головой не дружишь. Услуга за услугу всего лишь. Нет, забирай. И ключи тоже. Мне не нужны твои деньги. Я найду другого мальчика на побегушках. Говорю же, все не так, мы же семья. Ну уже, Дэвид. Забавно, как один может измениться, а другой ни капли. Я думал, ты мне поможешь. Но вижу, что ты не способен помочь никому, да? Вот значит как. Да, мне жаль тебя, парень. Ты пришел ко мне в дом просить у меня денег. И тебе меня жаль? Извинись. Что? Проси прощения за то, что оскорбил меня перед друзьями в моем собственном доме. Потом бери пакет, хватай ключи и делай то, что тебе говорят. Вот так, ничего не изменилось. Я был таким, как ты. И я рад, что я теперь другой. И я ни капли не жалею об этом. Но ты скучаешь по деньжатам, да? И твоя красавица жена и дочь будут скучать. Опусти ствол, расслабься, Дэйн. Тихо, опусти пушку. Все нормально, мы просто прикалываемся. Эллисон, полотенце. Полотенце. Коннор, держись подальше от меня и от моей семьи. Да брось, Дэвид. Дэвид, мы же семья. Не смеши. Семья. Это была шутка. Я пошутил. Это все? Хорошо, боже. Ты привлек мое внимание. Да, привлек! Я не знаю, куда пойти. У меня нет на это ответа. Я не знаю, к кому обратиться. Отойди от машины, парень. Это моя сумка. Это моя сумка, эй, отдай! Стой!
Отдай сюда! Какого черта ты творишь? Отдай! Отдай мою сумку! Почему ты меня преследуешь? Это не твоя сумка. Отдай сумку. Она не твоя. Отдай сумку. Это не твоя сумка. Это что это? Да. Это моя сумка. Дело в твоей дочери. Что? Я видел, как вы с женой помогаете дочери войти и выйти из дома. Она больна? Да. 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 У нее рак? У моей жены тоже был рак, упокой Господь ее душу. Я молюсь за твою дочь. И продолжу молиться дальше. Ничего не нужно. Я никто. Я возьму сумку и пойду своей дорогой. Дэвид, что с тобой? Почему ты убежал? Прости, милая. Мне так жаль. Все в порядке. Милая, Коннор, я ездил в центр. О, а вот и медсестра. Мистер Мэтфорд. Привет, рад встрече. Жена вам все покажет, я пойду умоюсь. Хорошо. Привет, я Лин Попович. Привет, Алексис. Прошу в дом. Пойдемте. Хорошо. Спасибо. У вас красивый дом. Спасибо. Простите, что не сказала сразу. Но у меня самолет. Обещаю, как вернусь, сразу же к вам. Извините, я вас кое с кем спутала. Так вы не медсестра? Нет. Нет. Несколько дней назад ваш муж общался с моим мужем Петром. Извините, напомните, как вас зовут? Лин. Лин Попович. Мы с мужем собирались разводиться на следующей неделе. И, короче говоря, ваш муж поговорил с моим мужем. И не знаю, что он ему сказал. Но он передумал. И это спасло наш брак. Но он взял с меня обещание передать это вашему мужу. Я надеялась отдать это ему лично, но, как вижу, он занят. Можете передать ему, что мы с Петром ему благодарны? Да. Ладно, мне пора идти. Мы с Петром решили возобновить свадебные клятвы в эти выходные в Италии. Да, знаю. Он экстравагантный мужчина. Да уж. Спасибо, что уделили время. Конечно. Спасибо вам. Дэвид? Да? Можешь подойти, прочитать письмо? Какое письмо? Смотри. Читай вслух. Дорогой Дэвид, не знаю, с чего начать, так что начну с конца.
Мы с женой помирились. Однажды вечером, во время покупок в магазине, я столкнулся с человеком, ищущим свой путь. Он не знал, что я планировал убить себя в отместку своей жене. Я долго медлил, чтобы наткнуться на тебя, абсолютного незнакомца, готового выслушать бред старика. Мы молились. Мы молились, чтобы что-то изменилось. По дороге домой что-то сподвигло меня остановиться и опуститься на колени на траве. Я повторял слова, что ты читал в молитве, что Бог изменит мою жизнь. Тогда я не знал, но когда я поднялся, я уже был другим. Бог подарил мне новое сердце. Я боялся, что не контролирую свою жизнь. И знаешь, больше я этого не боюсь. Не знаю, зачем ты выслушал меня тогда. Я хотел позвонить тебе и поблагодарить. Я нашел твои данные на документах, которые ты обронил в машине. Я состою в совете директоров нескольких организаций. И одна из них — «Ангельские крылья». Если отправишь заявление, я сразу же дам ему ход. В конце письма тебя ждет благодарность. Trust me. Но за то, что ты сделал для меня, я не смогу расплатиться. С уважением, Петр Попович. Что? Как? Он настоящий? Это чек на 50 тысяч долларов? Постой. Милая! Кто это сделал? Боже мой! Чек на 50 тысяч долларов! Кто это сделал? Кто? Бог! Господи, спасибо! Он услышал! Он услышал нас, милая! Когда тьма опускается на тоскливую ночь, и ветер стучит в мое окно, я уверен, даже в эту минуту ангелы окружают нас. Когда страх одиночества обуревает, и сердце начинает болеть, я спокоен, ведь я знаю, что в эту минуту ангелы окружают нас. Это любовь, твоя любовь помогает мне, как ничто другое. Ты мое убежище. Я знаю, твои ангелы повсюду.